Сергей Довлатов, победитель. Дело происходит в спортивном зале Академии Можайского. Все мужчины широкоплечие, манеж освещен четырьмя блоками люминесцентных светильников, на ковре топчутся финалисты чемпионата России. За центральным столом Жюль Верн Хачатурян, получивший на Олимпийских играх в Мельбурне кличку «Русский лев». Год назад Хачатурян поступал в университет. Там был экзамен по русской литературе, и Хачатурян всех спрашивал: «Прости, какой вопрос тебе достался?» «Пушкин», — говорил один. «Повезло», — восклицал Хачатурян. «Именно этого я не учил». «Лермонтов», — говорил второй. «Мне повезло», — восклицал Хачатурян. «Именно этого я не учил». Наконец дошла до него очередь. Преподаватель вытащил билет, там было написано «Гоголь». «Вай!» – закричал Хачатурян. «Какая неудача! Именно этого я не учил». Впрочем, мы отвлеклись. Информатор произнес в микрофон: «Внимание, финальные схватки продолжаются». Борцы пожали друг другу руки и начали возиться. Каждый из них весил центнер. Каждому было за 40. Оба ходили в развалку, а борьбу ненавидели с детства. «Пассивная борьба!» – выкрикнул информатор. Спортсменам делается замечание. Но Дызин и Горбузенко не реагировали. Они похлопывали друг друга по шее, оба знали свое дело, оба помнили былые схватки. Вдруг что-то произошло. Возникло ощущение тревоги и беспокойства, как будто остановились часы в международном аэропорту. Зрители и секунданты начали озираться. Борцы устало замерли, облокотившись друг на друга. Все уставились на главного судью. Дело в том, что Жюль Верн Хачатурян безмятежно дремал, опустив голову на кипу судейских протоколов. Присутствующие не решались его будить, рефери и боковые судьи ушли в шашлычную, зрители читали, вязали, штопали носки, распевали туристические песни. «Если бы ты знал, как я ненавижу спорт!» – произнес Аркадий Дызин. «Гипертония у меня!» «И у меня», — сказал Горбузенко, — «тоже гипертония, нет, радикулит, плюс бессонница». «Пора завязывать, старик, давно пора». «Прости, кто выиграл?» — поинтересовался очнувшийся Жюль Верн Хачатурян. «Да какая разница?» «Как какая разница? Ведь иностранцы наблюдают». «Расцветали яблони и груши», — нежно пропел он в сторону западных корреспондентов. «Поплыли туманы над рекой», — откликнулись корреспонденты. «Аркаша выиграл. Он красивый, пусть его и фотографируют». «Ты тоже ничего», — возразил Аркадий. «Ты смуглый. Короче, ты судья, Жюль Верн Арамович, ты решай». «Да какой я вам судья? Бог вам судья, друзья». «Идея», — сказал Аркадий Дызин, достал монету, бросил ее на ковер. «Орел!» выкрикнул Горбузенко. «Решка!» – молвил Аркадий Дызин. Хачатурян шагнул вперед, наступив на монету носком лакированного ботинка. «Победила дружба!» – торжественно объявил он, раздались аплодисменты. Спортсмены покинули зал, вышли на улицу. Из-за угла, качнувшись, выехал троллейбус. Друзья поднялись в салон. Три старушки деликатно уступили им место. Спасибо.